Я приветствую вас на своем канале. Начнем с того, что разберемся с нитками. У меня вот такие вот два мотка 100% акрил. 100 граммов, 285 метров. Два моточка, один уже смотанный в клубок. Вязать буду в два сложения. Если вы купите нитки 140 метров в 100 граммах, то вам можно вязать в одно сложение. Я буду вязать в два. Спицы 3,5 миллиметра диаметр и 4 пуговицы. Набираем 39 петель. В конце, как всегда, я делаю узелок. И первый ряд мы вяжем лицевыми петлями. Спицы можно взять потолще, если вам удобно. Я хочу потуже, чтобы было, поэтому спицы взяла потоньше. Но для такой толстой пряжи, возможно, спицы взять и поплотнее. Кромочную мы тоже вяжем лицевой для красивого края. Следующий ряд мы вяжем таким вот образом. Снимаем кромочную, 5 лицевых. 1, 2, 3, 4, 5. 2 изнаночные, 3 изнаночные. 1, 2, 3. 5 лицевых. 1, 2, 3, 4, 3 изнаночные. 5 лицевых. 3 изнаночные, 5 лицевых, 3 изнаночные, 5 лицевых, 6-я кромочная лицевой. Следующий ряд вяжем лицевыми петлями. Вот здесь вот видно, видите, вот теперь у нас здесь вырисовывается такая полосочка из 3 петель. То есть вот такие полоса чулочной глади из 3 петель у нас будет, и между ними из 5 петель промежутки платочной вязки из 5 петель. Вот между ними. Потом оно все будет виднее. То есть первый нечетный ряд — это лицевые петли, в четном ряду 5 лицевых, 3 изнаночные, и так до конца ряда. Вот и весь узор. Кромочные не забываем провязывать лицевой петлей. Четный ряд 5 лицевых, 3 изнаночные, 5 лицевых, 3 изнаночные. И так до конца ряда. И продолжаем таким образом все наше вязание. Вот такой вот шарф мы вяжем. Видите? Я даже сложила вдвое, чтобы вам было видно. Сейчас измерю длину. 80 сантиметров. Видите? И теперь мы петли закрываем все. Закрываем вот таким вот образом. Как обычно, начинаем. Так, доходим до нашей полосы из 3 петель лицевых. Все эти петли снимаем непровязанными, прям отпускаем. Вытягиваем петелечку подлиннее и закрываем. Так вот, видите? И далее лицевые петли, платочную гладь закрываем. Эти 3 петли опускаем и петлю вытягиваем. Продолжаем. Когда осталась последняя петля,
просто продеваем, делаем побольше и продеваем, делаем узелочек, потому что вот эта нить нам еще понадобится для обвязки, поэтому я ее не обрезаю, чтобы было аккуратно. Далее вот эти все наши спущенные петли я распускаю прям до конца, вот все до конца, все 4 полосы я распускаю. Вот так вот выглядит это все наше дело, которое мы распустили, видите? И теперь вот оно, теперь мы будем вязать косу, либо берете крючок потолще. Вот эти первые, так как у меня два сложения я вязала, поэтому у меня вот эти две ниточки первые, то есть 4, это те, которые я набирала петли. Вот так вот я беру пальцем, перекручиваю, и вот здесь вот смотрите, 1 2 3 4 5, 5 ниточек, то есть в моем случае 10, если считать каждую нить. И вытягиваю вот такую вот петелечку, смотрим внимательно, чтобы не пропустить ничего, и снова отсчитываем 1 2 3 5. И теперь либо рукой, либо пальчиками, либо крючком провязываем, и так далее. 1 2 3 4 5, вот они, вот. И так вяжем до конца, до самого, по всей длине. И так далее. Вот по всей длине, и все 4 наши косы мы делаем. Вот смотрите, как выглядят все 4. Я заплела косички, как это выглядит. И когда заплетала вот последнюю петлю, я одела на спицы все 4. Вот видите, они у меня здесь одеты, просто чтобы не спустилось. Теперь берем крючок и будем обвязывать краешек столбиком без накида. Здесь в каждую петлю я провязываю столбик без накида. Так, теперь внимание, видите, вот здесь вот, где мы протягивали эти петелечки, и вот это наша петля, я их в эту дырочку, то есть закрепляю эту петлю и вывязываю здесь. Шесть столбиков без накида. Вот такую вот петелечку они образуют. Далее повторяю, вяжу. Вот так вот это выглядит. Нитку обрезаем и маскируем на изнаночную сторону. Кончик обрежем, смотрим, складываем вот так вот пополам и пришиваем пуговицы. Вот смотрите, это наш край начала, вот здесь сюда пришиваем наши пуговички, то есть совмещаем этот краешек вот так вот наискось и пришиваем пуговицы на каждую петелечку. Вот так вот у нас будет пуговичка. Сейчас я их сюда вот так вот пришью 4 и покажу вам. Так, вот смотрите, 4 пуговицы. Первую я пришила именно с краешку, прямо на краешек. И теперь просто застегну. Вот так вот, видите, выглядит. Наш снудик можно так поднять, если дует ветерочек и нужно повыше, можно вот эту часть опустить. Вот, вот смотрите, девчонки, видите, какой он у меня получился. Попытаюсь вам показать как-то поближе эти косы,
Вот такой вот красивый снудик, простой в исполнении. Повешу опрос на это видео. Если хотите митенки и шапочку вот в таком же стиле, чтобы был комплект, пожалуйста, проголосуйте. Я буду понимать, нужно ли такое снимать видео или не нужно, или вам это не интересно. Это я просто хочу для себя информативный как бы опрос, просто ориентироваться, что мне делать дальше. Ну вот и все, девчоночки. С вами была Вика из школы рукоделия. Я с вами прощаюсь. Всем пока-пока!